У входа в Свято-Троицкий приход владыку встречали отец Алексей и прихожане. Для россиян, постоянно проживающих в Монголии, приезд митрополита – особое событие. Что я сопровождал святейшего патриарха в его визит в Японию, и по дороге обратно из Японии в Москву решил сделать остановку в Улан-Баторе для того, чтобы посмотреть, как живет наш приход, как он развивается. И, конечно, очень оставляет радостное впечатление и храм, и приходской дом, и то, что здесь при храме существуют и спортивные секции, и школа, и кружки рисования. Это как раз та миссия, которую и должен выполнять приход. Отец Алексей рассказал викарию об истории Свято-Троицкого прихода в Улан-Баторе, показал спортзал и художественную школу. Эти курсы при храме – особая гордость. Сюда приходят учиться и взрослые, и дети. Педагоги говорят, из написанных полотен уже получается хорошая выставка с портретами и натюрмортами. При этом тренеры спортивной секции по айкидо, дзюдо и боксу надеются, что их воспитанники в будущем смогут представить Монголию на Олимпийских играх. При посещении прихода митрополита Илариона сопровождал представитель православной церкви из Японии. Кроме этого, в Монголию на встречу к викарию святейшего патриарха Московского и всея Руси приехали церковный староста из Югославии и монах из Америки. Нас Господь не оставляет своей милостью. Знаете, вот и мы думаем, что вот очень многое у нас изменится теперь. Частный визит митрополита был очень кратким. В конце встречи высокому гостю из России преподнесли подарки – шапку Богдахана и картину Чингисхана, выполненную на коже. Поблагодарив за гостеприимство и подарки, владыка благословил всех собравшихся. Мирослава Барху, Энгбилек, Аист Монголия.